вот я остановились все, потому что водитель вышел и вот пытается ввести на инвалидном кресле мужчину. Вот водители всегда помогают. Выпускается такая тележечка, ой, выпускается такая дорожка металлическая, и вот он его. Ой, надо ехать, Вот он его на этой, как сказать, на этой металлической дорожке. Вот так вот я неоднократно видела, как помогают инвалидам заехать на инвалидном кресле в машину, в автобус. Плюс к этому водитель сейчас отстегнет и сложит сиденье, которое находится впереди. Он сложит его к стеночке, прикоснется. И пристегнет, поставит на это место инвалидную коляску и пристегнет этого инвалида, чтобы он не катал, чтобы его коляска не каталась по автобусу. Я много раз с таким встречалась, но как-то никогда не было возможности заснять. И вот сейчас я все это засняла. Я стояла, наверное, минуты две. Думаю, что ж там все так застряли, что ж происходит. Ну, пока вытащила камеру, пока тудым-сюдым, и засняла самый-самый вот уже кончик, самый же вот напоследочек. Так что я еще раз хочу повторить, что здесь в Америке инвалиды живут, как сказать, ну, не, конечно, они, понятное дело, что инвалид, он есть инвалид, и как бы ножки у него лучше от этого не станут, но тем не менее помощь отовсюду. Везде есть туалеты для инвалидов, то есть можно заехать на инвалидной колясочке, там поручни специальные есть, чтобы пересесть с инвалидной коляски на унитаз и прочее, прочее. Плюс к этому, как я уже тоже много раз говорила, снимала во всех общественных бассейнах, даже в LA Fitness, вот Gym Club, фитнес-центр, везде-везде в бассейнах должны быть установлены специальные кресла, которые, на которые инвалид сам может забраться с инвалидной коляски. Нажать на кнопочку, это кресло опустится в воду. Он там поплавает, и потом точно так же, таким же путем он сядет в это кресло и поднимет сам себя наверх. То есть, что я хочу сказать, что инвалиды здесь живут, ну, практически так же, как живут нормальные полноценные люди. То есть, у них нет проблем в передвижении. Инвалидные кресла, вот... Сейчас не покажу, потому что машине сзади цепляется такая штучечка к машине. И ставится инвалидное кресло, тоже крепится. И человеку, когда нужно, он либо сам, если он может каким-то образом добраться до этого кресла, либо просит чью-то помощь, ему просто снимают это кресло, подвозят к сиденью для водителя. И он сам пересаживается в кресло и ездит, где ему надо, как ему надо, во все магазины, во все рестораны, везде-везде есть вход для инвалидов, ест. Обожаю Америку, потому что это страна для людей. И нигде в мире я больше ничего подобного не видела. То, что я видела здесь, я вижу каждый день. Это невероятно. Все, всех люблю, целую, будьте здоровы. И, ну ладно, больше сказать ничего не могу.